Членство Турции в НАТО мешает совместной работе Москвы и Анкары, но ее можно назвать результативной, заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в интервью казахстанскому порталу Tengrinews, передает канал 13. Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа, совместная работа. Сложная потому, что мешают и мешает то, что Турция член НАТО. Я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО, другая страна не член НАТО. Они находят общий язык, они проводят совместную работу и совместные операции. Они находят компромиссы там, где бывает, кажется, невозможно. Но мы находим варианты решения, сказал российский министр. В качестве примера Шойгу привел создание Идлибской зоны деэскалации. Вообще, создание в свое время зон деэскалации в Сирии, на наш взгляд, это новая страница, новый механизм разрешения такого рода конфликтов. И у нас сегодня идет на северо-востоке Сирии совместное патрулирование, и мы вместе занимаемся борьбой с террористами. У нас идет совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода. Мы занимаемся вместе беженцами. Эта работа непростая, сложная, подчеркнул Шойгу.